Слушайте, пожалуйста, в Крыму вы когда последний раз были? Ой, это было, наверное, не знаю, лет 7, может быть, назад. В каком году приблизительно? Я уже и не помню. Ну, лет 7, наверное, назад. То есть в 13-м? Наверное, да. Угу. В 14-м году на фестивале 5 звезд или как-то так выступали? Да, что-то в этом роде, да. Я не знаю, был это праздник или нет. Это просто для меня это была телевизионная просто съемка и концерт. А где, в каком городе были? Честно, не помню, какой там город. Прилетели в Крыму, я не знаю, как точно, какой точно город. А как вы попали в Крым? По приглашению организаторов фестиваля. Каким путем? Каким путем? Каким транспортом? Самолет. Самолет. Откуда, куда летели? Из Москвы, да. Но, насколько я помню, вот такого как бы там всякого замута не было, и там Украина не объявляла о каких-то ограничениях. Скажите, это вы на ФТБ? Да, это я. Скажите, как вы относитесь до оккупации Крыма Российской Федерации? Я вообще никак не отношусь, я просто вне политики. Но для меня иметь Крым, возможность быть на Украине намного важнее. Но Крым украинский... Это ваш экземпляр решения. Вам... Я просто не понимаю, за что мне отказывают? Вам запрещено въезд на территорию Украины на 3 года. Опять?